тоненькая будет. Она поднимется еще. Давно ли расляпала? Когда последний раз расляпала, Ребер? Да. 2 года назад, когда мы сидели на самоизоляции. А потом я все работала, работала. И то один раз тряпали тогда. Когда работала? Нет. На самоизоляции. Нет, не один раз. Мы с тобой тут тортики делали, а печеньки стряпали, да еще что-нибудь. Нет, печенье. А печеньки там? Да. Ну, наверное. Ладно, иногда и надо. Иногда надо остановиться, да? Как это говорят? Не просто так ведь. Вселенная так и подносит нам какие-то испытания. Это духовка прилетела? Да. Если ты заболел, это означает, что меня что-то остановило. Мое постоянное движение. Наверное, так, да? Угу. Чем их наделаем? Все же так интересно. Медведя голова отпала. Я помню, когда я была маленькая, мама тоже делала такие печеньки. У нее были разные формочки. А формочки не нравятся? Нет. Ты так сказал сейчас, как будто мама у меня умерла. Жива, здорова, слава богу, мама придет к тебе. Нет, я имею в виду... Отдала или не отдала? Да. Нет. Просто она уже не делает. Не делает просто. Мне кажется, они у нее уже пришли просто в негодность, она их выбросила, скорее всего. Угу. Все равно ведь еще негодность приходит через какой-то период времени. Гидрите, сам может эти формочки сделать. Да. Причем так быстро тесто получилось, легко вообще. Я не ждала, что оно у меня так получится. Так, из этого. Стеж! Ну! Не надо уже! Саму скалку не надо. Вот ручку ее облизывай. Чем она тебе нравится? Леша! Ладно, ладно, ручку подержу. Ну-ка! Ну-ка! Покость! Вот она вот везде, вот залезет везде, где ей не надо. Ну это же хлеб. Так, ой, зацепилась. Обычный хлеб. Ты что? Нормально, да? Сама сказала, буду, сама не буду. Ну да.